Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 17 мая в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ночью прохладнее, 17 выше 0. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов.